Дагестанский спортсмен Джамбулат Исмаилов стал серебряным призером всероссийского турнира по фехтованию. Соревнования памяти заслуженного мастера спорта Василия Порфирьева прошли в Кирове. Спортсмен уже вернулся на родину, где с ним встретился наш корреспондент Дан Шуго. Хасавюртовец Джамбулат Исмаилов стал серебряным призером всероссийского турнира по фехтованию на шпагах среди юношей 2009-2011 годов рождения. Побеждал подопечный своего отца и тренера Джабраила Исмаилова и на всероссийском турнире в Саратове в 2021 году. Становился и призером различных соревнований. Исключением не стали и состязания шпажистов в Кирове. Надо было вначале пофехтовать в пульке. В пульке выиграл 6 боев. И в Олимпийке пришлось выиграть 5. Это до финала. Разные были соперники. Кто-то из Новосибирска, кто-то из Московской области, кто-то из самой Москвы. Во-первых, фехтование разности нет. Типа высокий, маленький. Там больше работает, кто хитрее. Физически сильнее. Чисто морально остальное чуть пока прихрамывает, я так думаю. Морально имеется в виду, до конца настроиться не может, пока в себя еще не верит до конца. От Республики Дагестан Джамбулат Исмаилов стал и единственным участником, а могло быть и больше. Ну, ей нужно пройти по нескольким школам, собрать 80-летних пацанов, девочек. 100% будет. Пока олимпийский вид спорта активно развивается в Хасавюрте. Там тренируются не только мальчики, но и девочки. Дан Шугом, Рамазан Омаров, Время новостей, Кизилюрт.